Радуйся, что жив. Мы же были друзьями. Тебя не узнать. Заделался крутым хакером. Даже слышал, мстителем стал. Ты что-то ляпнул про второго хакера в Мерло. Но мы и так знали, что там кто-то был. Что тебе известно? Любопытно, да? Что ж, встретимся, обсудим. Говори. О встрече подумаю. Не-не, условия диктую я. Да и последняя беседа не задалась. Буду рад встрече. Не томи. Случилось. Нет. Разозлился. Опять какая-то ерунда. Что-то не так. Опять эта тупая жестянка. А, все похрен. Сосек движения. Иду проверить. А! Его нужно найти. Всем ясно? Проверьте там. Тут пусто. Продолжаю поиск. Никого тут нет. Иду дальше. Здесь ничего. Гляну там. Тут чисто. Там гляну. Нет тут ничего. Иду дальше. Здесь никого. Иду дальше. Отбой, он удрал. Быть на чеку.
Точно ведь? Что это вообще было? Рано расслабились. Странно. Ай, очередное замыкание. Что? Что это странно было? Будьте настороже. За мной потягаться вздумал, идиота кусок! Делать мне больше нечего. Показалось, что ли? Вот все! Пригнись! Тени бродят, что ли? Черт! Пойду проверю. Очередное замыкание. Мы должны найти его. Идти некуда, ищите! Тут никого. Еще там гляну. Здесь никого. Продолжаю. Эй! В толпе всегда найдется... Ты в порядке, чувак? Дуй отсюда, не то пулю получу! Это что, шутка такая? Продолжаю поиск.
Фиксирует каждый шаг человека. И никто не знает об этом. Всякая. Осторожно! А? Ищите там! Осторожно! Это не конец! Тут пусто! Продолжаю поиск! Шлите людей! За ним!
Столкни с дороги! Давай! Конец, все за ним! Тачка сдохла! Какой-то мудак. Надо торопиться. Демиан слишком гордый. Это полезно. Разведу его на инфу. И свалю. Иначе все. Встряну по уши. Ты где? Лучше тебе этого не знать. Сам найду всю инфу. Хрен с тобой, золотая рыбка. От тебя одни проблемы. Пока-пока. Сдаешься, Эйден?
Хочешь угадать, где я? Давай пришлю подсказку. Найди телек, увидишь. Дом Ники. Что ты задумал? Приезжай быстрее, Лапуля. Сестренке нужна помощь. Дэмиан! Дэмиан, что ты творишь? Знает, что я дорожу своей семьей. Зачем ему Ники? Убивать не станет. Скорее, я его грохну. И он в курсе. Брэнкс хочет, чтобы я сдался. Стал работать на него. Помог найти тех, кто нас нагрел. К черту. Покончу с этим. Держитесь там, я скоро. Всего 6 лет. Грустно. Где они? И ради чего? Все впустую. Знаешь, очень странно, когда кто-то вроде тебя окружает тебя кучей хрупких вещей. Ты слабеешь. Где? Ну нет, так не пойдет. Лучше тебе ответить. Да. Ники, где ты? Ники! Включи мозг. Лишний шаг, и она труп. Пойми, я сам не хотел. Но так уж получилось. Послушал бы меня, все было бы в порядке. Скажи мне, где они? Они? Там только Ники. Мальчишка? Черт знает, Дим. Так, вот что ты сделаешь. Тут засветился Харт. Помнишь про второго хакера? След приведет к его компу. Найди и узнаешь, кто натравил его на нас. А если честно? Вопросы задаю я. Притащи мне Харт и точка. Это будет плата за Ники. И давай без глупостей, Эйден. Держи меня в курсе. Тогда сможешь говорить с сестрой. Ты мне, я тебе. Это я тебе припомню. Да-да, не зарывайся. Я запросто ее убью, если что. До связи, партнер. Где же Джекс? Дэмиан его не нашел. Может, планшет при нем? Нашел. В надземке. Черт, его преследуют. Нашелся. Я волновалась. Эксплойты DedSec. Надземку хакну? Поезда? Да, но... Это очень срочно. Как... их ломать? Все сложно. Подожди. Пришлю кое-что. Свежий эксплойт. Система его не опознает. Но он одноразовый. Присылай. Готово. Что случилось? Некогда объяснять. Езжай в мотель Филин. Ясно? Вовремя не успею.
Хак на поезд. Тогда Джексон сможет от них скрыться. Выиграл время. Теперь на станцию. Держись, малыш. Поезд уходит. Блин! Так, на следующую станцию. Живо, живо! Нужна помощь! Тараним его! Помощь пришла! Его, но... Будет? Блин, а нет, ты прикинь, он спёр.
Джекс. Не бойся. Тише, я с тобой. Послушай, это важно. Те люди что-нибудь говорили? Ответь мне, Джекс. Ладно. Найдем твою маму. Ну же. Доктор Мэнда слушает? Алло, Йоланда. Это Эйден Пирс, брат Ники. Что-то случилось? С вами можно будет встретиться. Мы с Джексом уже в поезде. Так, знаете, где надо выходить? Да, да. Ничего не бойся, ладно? Они это сказали? Понятно, Джекс. Супер. Привет! Здравствуй, милый. Скажите, в чем дело? Где Ники? Тяжелый период. Она решилась выбросить вещи Лены, думаю. Она, наконец, прощается. И как она? Плохо. Пусть позвонит. Она попросила меня. Вы сможете пару дней присмотреть за Джексом? Мы заплатим. Конечно. Сделаю, что смогу. Отлично, спасибо. Нике нужно время. Переболеть, так сказать. Сложно, но мы справимся. Да? Идем, малыш. Побезобразничаем с тобой. Идем. Пока. Ладно. Вот так. Southbound train arriving shortly. Northbound train arriving shortly.